Приветствую всех. Лев с рынка Пицунди вещает для вас. В этом видео будет много-много цен и разных товаров, продуктов, фруктов, ягод. А пекан, орех, какую цену у вас? 550. 550, да? Это местные уже, да, груши по 80? Это наши, да. И вот это, наверное, персики тоже местные по 100, да? По 100 это гривен, которые не красивые. А, ну это как, типа, дешевле которые? Да. А эти почем? Которые? Которые? Ну, старые. Вот это тоже 100 рублей. Тоже 100. Ага. Крупные недавние. А сыр килограмм сколько? 300 рублей. 300 рублей килограмм. Ага. Это Сулугуни, да? Это? Ты видео снимаешь? Ну, я обзор делаю по ценам просто. Почему? Вам реклама. Нам контент. Орех. Орех 600 рублей. 600. Хурма сушеный 500. 500 рублей, понял. И кукуруза по 50 у вас, да? Да. Ага, по понял. 40 рублей. О, это голубика, да? Да. А у вас почем она? 100 рублей стакан. Такой. Хороший, да. Возьми 2 стакана. Я уже это пробовал. А это килограмм получается сколько? Не скажем. Так, ну ладно, 100 рублей стаканчик, короче. Инжир почем такой? 250, да? Килограмм. Это он, ну, с Абхазии, да? С юга просто, да? С Чимчира или? Местный, да? Инжир. А у вас здесь это инжир продается, темный такой, не черный. Что почем? Вот эти. 160. Тоже местная, да, она? Яблоки тоже, судя по всему, местные, да? Почем? 100 рублей, а. И это уже свежий орех, фундук, да, вы пошел? Почему снимаете? Это вам реклама, я обзоры делаю. Маму не надо делать. Ну просто цену скажите на орех. Я только этот показываю. Вот. Рядом с рынком есть павильончик. Тоже много здесь всего представлено. Специи, фрукты, прочие продукты. Цены ходить можно долго спрашивать. Я какие-то отдельные позиции показываю. Ну вот могу сказать, что сейчас вот из местного вот уже пошла груша, яблоки, персики продолжаются, клубника еще остается тоже, ну, огурцы, помидоры местные есть, абрикосы, кукуруза, ну, зелень, понятное дело. Товара много, все вкусное. Специи. Стопочка такая от 30 до 50 рублей. Собственно, сам рынок. Крытая его часть, павильон. Здравствуйте. Есть и домашние заготовки. А сыр, это копчение, это что? Свинина еще. А, свинина, да? Почем она? Теплая прям. 550 килограмм, да? Да. Копченая, домашняя, да? Домашняя. Ага. А сыры почем? Сыры по 400, 450, 550, 600. Угу. От 450 до 600. И горный, жирный. Понятно, спасибо. Я вам делаю, да, обзор. Ну, практически, да. Так, вот пекан. 150 стаканчик вижу. Цена. Здесь молочка. Всех снимай, всех подряд. Всех. Меня уже знают. Вот. Очень рекомендую, очень рекомендую. Вот этот вот, эту часть рынка. Здравствуйте, здравствуйте. Здесь и творог, и сыр нескольких видов, и молоко. И, по-моему, вот яйца тоже домашние. То есть все тут домашнее. Вот чем хорош рынок, тем, что можно купить натуральные продукты. Я сейчас кушаю, мне не снимаю. Я только товар снимаю. Ну, молоко сколько бутылка? 150. 150, полторашка, да? Так, и по сырам. И чача, пожалуйста, сортовичный. Ага, почем она? Она 500 рублей стоит, 500 рублей. 0,5. 0,5 по 500 рублей. 80 градусов. Можно пить. Строго для лечебных целей, да. Так, а это? Это сулугуни, пожалуйста. Сулугуни? Коровьи. Ну, так, и цена? 600. 600 за килограмм. Это без соли 500. 500? Перец для хачапури. Ага.
Так, ну это мацони. Сколько? Сто рублей. Сто рублей баночка такая. Творог 300, домашний тоже. Творог килограмм 300, да? Да, тоже. И это под чечель. На горошке итальянские. Чечель никто не как. Чечи называется макарошки итальянские, 600 килограмм. 600 тоже килограмм. И копченые вот тут у вас, да? Да. Копченые по 500 рублей килограмм. 500 козий. Килограмм. Козий, да? Угу. Отлично. Спасибо. Здесь же вот можно что-то из цитрусовых взять. Хвали, хвалю, конечно, хвалю. Это же того еще года, да, получается? Конечно, да. Это лайм, да? Это лайм. Это лимон, это лайм. А лимон сколько? Ее тоже самое хорошее. Можно, да? Да. Не надо. Я всегда спрашиваю, да. Сколько товар показывают? Давай. Фотографировать. Снимай. Я возьму. Сколько лимон стоит? А? Лимон сколько у вас? Вот это 50. Одна штука 50, лицо, да? Лицо тоже снимай. А ты не хочет? Да, иди свой место, ты. Так, а лайм почем? Лайм 3 на 100 рублей. 3 штуки 100 рублей. 3 штуки 100 рублей. А его зачем вообще, как бы, ну, от лимона чем отличается? Это мохито делает, ты знаешь? Напиток, да? Да. Ну, я не знаю, как делать. Это чай. Это просто, ну понятно. Зелень почем? Зелень по 20. По 20 пучок любая, да? Лайкарарю. И вот это сами вяленая хурма. Сами делали, да? А? Почем? 500. 500 килограмм. Угу, спасибо. Так, ну вот огурцы по 60, по 80 есть. Помидоры домашние 150. Перец, зелень, все есть. Так, и вот здесь прямо на выходе всегда тоже подхожу, интересно, что продают. Все домашнее, да? У вас... Вы откуда сами? Слидзавы. Ага. Расскажите немножко, что у вас есть интересного. Интересного? Инжировое варенье есть. Так, вот, это, да? 3-3 литра, да? Смотри. Сколько? О, это вкуснейшая вещь. Пробовал, да. Это мандариновое варенье. А сколько стоит? Это здесь 3 литра, а так... Пол-литра 100 рублей я обычно даю, а там будешь... Это А трехлитровый это сколько будет? 600 рублей, да. Конечно, там... Это инжир. Так, это мандариновое варенье. Это лимонный сок. Сколько да. стоит? Возьму, 150. Так, это пол-литра. Ага, 150. Я говорю, она дорогая. 300 рублей. Там 50, не знаю, 300 рублей. 300 рублей? А яврика, знаешь почему? Оно над... Мед каштановый. Мед каштановый. Сколько? Мой собственный. 1000 рублей. 1000-1500, да? Да. Ага. Полторашка. А такие вот сотами? А это 50. По 50, да? Это соты по 50. Понял. Аджика зеленая и красная. Сколько? Аджика? 100 рублей. 100 рублей баночка. Да. А это 70, что да? Что вам принести? Что надо? Да, банки надо. Какие имеете? Имеем, конечно. Мы здесь живем. Хаймхас. Плёшки. В общем, не надо, но вот такие интересные есть такие хорошо. Позиции, которые в России да, не это купишь. Это вот как раз на Адамовом яблоке, да, наверное? Да. Нет, да? Не нет? Адамовое яблоко, это другой рацион, но очень хороший. А из чего сделано? Да, моя кухня, папа. Я завтра тоже. Из чего, говорите? Там у меня идет виноградный чача. Чача из винограда? Да, виноградная. И идет трава. И травы. Травы. Ага. Да, это бабушка делает, не я. Так. Вот лаврушка висит, вот по 50 рублей. 50 в этот, вот этот вязка. Один круг. И вот здесь фейхуа вижу, да? Фейхуа. Почем? Фейхуа. Тут один. Упал у вас. Ну, там кожа не играется. Это виноград, наверное? Виноград. Так. Лаврушка. Киви. И лимон, и киви. По цены? Цены 100 рублей. Лаврушка, 300 рублей. Лимон, 200 рублей. Фейхуа, 100 рублей виноград. Все, понял. Спасибо. У меня был варенье фейхуевое, но нету. А вот еще этот, вот это. Так, это что такое? Это прополис. А, прополис, а, да, так, ага. Посмотри, оно очень хорошее. Это шарик? Шарик. Сколько отдаете не шарик? Не шарики, а килограмм 5000. А там всего 350 грамм. Вот представьте. Ну, взвешиваете, наверное, сколько? Рублей 100? Шарик. Да, получается. Шарик 200. 200 ну, отдаете. Смотря 200, ну сколько грамм? Там 40 грамм, 35 грамм, я не знаю, 5000 даю. Этот лимоны наши уже закончили. Сейчас а это что такое?
Это аджаб сандал. Аджаб сандал. Да, это просто зелень. Ну, вроде как соленье, да? Нет. Или... Это просто открываешь, нагреваешь. Вот зелень чуть-чуть нашинкуешь, аджику и кушаешь кайф. Ну, это как бы, это овощи. Да, овощи. Овощное, ага. Рагу. Овощное рагу, все, понял. Да, сколько овощ... такая банка? 100 рублей. 100 рублей. Ага, спасибо. Люди, что там вымерли, не знаю. Тамару, буду свежий сирет. А сколько такой компот? 200 рублей. Вот 3 литра 200? Да, да, все по 200. Ага. Убирайте. Кизил, что, 200 реально, да? Да, кизил, мандарин. Мандарин и фейхоа с мандарином. Она тоже похоже. Все по 200, да? Понятно. А такая баночка? 50. 50, да? Угу. Спасибо. А что хотите? Виноград, а что хотите? Варенье, мед. Так, смотрим, что-то спрашиваем. Вид рынка. А сколько у вас компот 3 литра такой? 200, да? Угу. Понял. И мандарин тоже 200, да? Мандарин тоже 200. 250. А, сложнее делать. А что вообще любят брать вот такое прям вкусное? Любят, любят хорошо. Ну, из этого вот, из варенья, что любят? Инжир. Инжировое, да? Курма, грецкий орех, мушмала, очень сладкий, оно такой ароматный. Фехо джем есть, фехо почищенный. И с это мед с орешками, да? Да, мед залито. Почем такая баночка? А 100 рублей, пожалуйста. 100 рублей баночка. Эти большие 500, это 200. Mm-hmm. А 350. Это пол-литровый мед, мед тоже, да? Пол-литровый, да. Аджика? Аджика 250 килограмм. Килограмм. Это недорого. Ну да, да, нормально. Долго можно есть. 70 килограмм. 70. Можно вот так и две полных взять, килограмм получится на подарок. Это недорого. Ну, выглядит здорово. А? Выглядит красиво, когда с медом залито. Конечно. Вот дети даже приятно мишки. Такой подарок получить дома. Да, ну, детям иногда подарок делаю побольше. А варенье вот такие вот сколько, не сказали, стоят вот баночка? 100 рублей маленькие баночки, а большие 150. Только грецкий орех 250 и инжир 200. Остальные по 150, 0,5 любой. Ага. Мандарин, варенье, чищенное есть, не чищенное. Джем есть, фехо. Вполне доступно. Зеленый. Очень вкусно. Знаете, спелых ягод мы его закрываем, джем делаем. Перекручиваем, сахаром обсыпаем. Понял. Отлично. Все. Из роз есть цветы. Это, из роз? Варенье, это вот это, да? Из роз, да. Вот лепестки. Лепестки. И сколько? Лепестки тоже роз. 150, да? 100 рублей. 100 рублей. Своего сада я там лечение не делаю, мою и варенье. Угу, угу. Понял. Спасибо, благодарю. Очень иногда интересно так подойти, пообщаться. Всегда что-то новое узнаешь. А это что у вас такое? Вот это? Пастила. Пастила? И сколько такая? Такой... 150. Две за 150, да? Да. Ага. Хороший вкус и начинка. Такие увесистые. Можно вести, ничего не будет. Ага. Не, я понял, просто это, по весу интересно. По весу? Так, вот мы с вами практически весь рынок обошли. Осталось только здесь пройти. Еще. Эта груша сколько? Это вот местная же? По 100 рублей, да, такая, такая мелкая она. Это то, что это воды не хватало, да? Она так маленькая такая. А? Ну, нет, то, это да? Сорт такой. А, сорт. Потому что он крупный не бывает. Это. Персик местный, да, это? Местный. Сколько? Это косточка отходит. Это по 130, 130? Это 180. 180. И что, как по вкусу? Сладкий? Ну, одинаковый, да, попробуйте. Все можно пробовать, даже нужно. А яблочки? Так, это вот который 150, да? Это 180. А, 180.
Так, это 150. Ну, вкус такой же. Оба вкусные. Какие бы? Давайте по 180 возьму, покрупнее вот эти. Килограмм. Угу. Килограмм? Ну, набирайте. Груши в итоге попробовал, очень вкусные, сладкие, тоже взял. Дочкам как раз удобно они, большого размера. А, наоборот? Так. Еще мне интересно, очень клубника почем здесь? А сколько стаканчик клубники? Вот эти 200 клубника 100 рублей. 100 рублей стаканчик, да? А один стакан 100 рублей. Смотри, какой красавец. Наш местный, афонский. Понял. А по килограмму местный сколько? По килограмму тоже дам, 300 рублей. 300 рублей килограмм, понял. И персики вот эти почем? Здесь 200 рублей. Вот один подарок возьми. Смотри, какой мягкий. Вот этот можно возьми? Ну, возьми. Сколько они стоят килограмм? 200 рублей. 200 рублей? Ну, шикарный. Красная кожа. Ну, я взял уже, я просто цену спрашиваю. Клубника возьми. Сейчас, подождите. Я вас не показываю. Инжир сколько? Инжир штука 50 рублей, абрикосчики 200. Так, одна штука 50, да? Ну, она очень натуральная, очень сладкая. Кто-то не знает, это не фрукт, это цветок. Это фрукт самый вкусный. Подождите чуть позже. Это вот самый фрукт очень вкусный. Это инжир. Цветок, цветок считается. Инжир это цветок. Мало кто знает. А этот почем это абрикос? 200 рублей, натуральный. 200 килограмм, да? Персики, банановый сок, это домашний, утром сорванный. Вот видите, как с листочками. Ага. Так, ладно, я возьму инжир. Так, кроме меня его никто особо не любит. Смотри. Взял и клубники, инжира, и подарков мне. Да. Бонусов. То есть здесь вот всегда, вот я сколько покупаю, всегда что-то дополнительное еще положат. Да, и вот, собственно говоря, как это найти место. Вот, видите, три свечки. И вот, ну, как бы, дальняя сторона, что ли, рынка. Сюда, видимо, меньше доходят люди. Здесь очень приветливо продавцы, поэтому сюда тоже доходите. Это видео полностью планировал посвятить рынку, Кицунде и ценам, соответственно. Поэтому на этом видео завершаю. Всем, кому оно было полезным, ставьте палец вверх. Ну а с вами был Лев из Абхазии. Всего вам доброго!